Привет, друзья. Это истинный следователь. Вот, вы видите надпись. Внимание, проход вдоль дома опасен. Возможно, обращение ограждающих вид балкона. Я снимал про этот дом. Это недалеко от метро. Что вот эти плиты. Ну, там вот видно их на балконах, которые отваливаются от времени, потому что дому, как я понимаю, там более 50 лет. И балконы как бы людям принадлежат, но на самом деле это внешняя стена дома, и за них отвечает дом. То есть ТСЖ, какой-то там вор-председатель. Если им в квартиру не попасть, то вполне можно составить бумажку, что представляет, то есть нужно составить бумажку, что представляет угрозу жизни, и должны попасть в квартиры, проверить все балконы, укрепить, но они ничего не делают. Это полный хаос и развал, выхода при таком строе нету. И люди ебанутые, и жилищная инспекция, которая должна проверять, тоже ебнутая. В общем, все конченые придурки. Но поправить это очень легко. Просто должны структуры нормально работать. Ну, естественно, всех бандитов надо прогнать. Пока, ребята.